Московским межрайонным следственным отделом города Твери регионального следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин, обвиняемых в убийстве с особой жестокостью. Следствием установлено, что в январе прошлого года двое мужчин и женщина в квартире дома по улице Озерная распивали спиртное. Произошла ссора. Мужчины жестоко избили женщину, а затем не менее 18 раз ударили ее молотком. Но и этого истязателям показалось мало. Изверги положили женщину в ванну и стали поливать ее кипятком. Обессиленную жертву перетащили в комнату и порезали ножом. От множественных травм женщина скончалась. По уголовному делу утверждено обвинительное заключение. Наш следующий репортаж по этому делу из зала суда. В ночь на 31 декабря у дома, расположенного в деревне Корыхново Балаговского района, обнаружено тело женщины 61 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По данным следствия, в этом доме в процессе распития спиртного между супругами возник конфликт. Мужчина 60 года рождения, вооружившись ножом, нанес супруге удар в грудь. От полученного ранения женщина скончалась на месте. Подозреваемый задержан. 2 января ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Назначены судебно-медицинская и дактилоскопическая экспертизы. Следователям выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области получили оперативную информацию, что в одной из квартир в поселке Химинститута действует наркопритон. В ходе проверки полицейскими установлено, что 35-летняя хозяйка квартиры систематически за вознаграждение предоставляет свое жилье для употребления наркотиков. В момент прихода полицейских хозяйка квартиры и ее гости находились в состоянии наркотического опьянения. Полицейскими изъято одноразовые шприцы, упаковки от лекарственных препаратов, предметы, используемые для употребления наркотических средств с остатками вещества. Подозреваемая пояснила, что предоставляла свою квартиру малознакомым людям в обмен на наркотики, которые те приносили с собой. В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.